Салам алейкум, пацаны! Я рад вас всех приветствовать на своем канале Дистри. И такого во фрифайре я еще давно не видел, давно. Вы можете себе выбить тут скинчик себе на оружие без доната, за золото. Вы знаете, да, что нам золото дают бесплатно, и тут вы можете себе очень много себе выбить скинчиков, даже на постоянный скинчик. Очень много тут всего интересного, вы только посмотрите, сколько тут скинчиков. Даже вот такой вот граник есть бомбовый. Очень много всего интересного. Я считаю, что это событие самое топовое, которое есть во Free Fire, потому что реально очень и очень много есть скинчиков на оружие, прям очень. То есть получается, тут даже можно выбить себе на постоянно грозу, да? Да, вот, друзья, гроза на постоянно, офигеть, точность плюс 2. Ох, у вас будет оттяжка лететь, 100%. В общем, друзья мои, конечно, перед просмотром обязательно попрошу вас поддержать меня. Прямо сейчас, смотришь видеоролик, смотришь, обязательно влепи лайкусик. Конечно же, не забывай подписываться с колокольчиком. Также, друзья, не забывай, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка в описании. Там я уже буду на следующей неделе разыгрывать еще призы. Я уже разыграл подарочки трем победителям по 400 алмазов. Также на следующей неделе тоже будет там розыгрыш, так что обязательно заходи, подписывайся на мой телеграм, ссылочка будет в описании. Ну и не забывай подписываться на мою группу, там тоже у нас больше 30 тысяч подписчиков, тоже там много чего вам разыгрываю. Поехали. В общем, что у нас получается? Первый прокрут 20... А, чуть не забыл. Хочу под этим видеороликом разыграть 100 алмазиков победителю, кто заберет. То есть получается, вам что нужно? Обязательно поставьте лайк, не забывайте, кто хочет розыгрыш. И в комментариях пишите свой айдишник. И я по комментариям разыграю 100 алмазиков кому-то. Первая попытка у нас 250 золота. Офигеть. Давайте посмотрим вообще, что это такое. О, какая эмоция. И нам падает что? На 3 дня нам падает СКС Крылья Победы. Неплохо. Вторая попытка 600. Посмотрим. И 3 дня топ игрок. А, вот оно как. Видите, как оно падает. 700. 700 нас. То есть, получается, 3 дня Скар. Розовый дьявол. Офигеть. Так, за 800 нас сколько? Аук, друзья. Аук нам упал, офигеть, на 3 дня. То есть, понимаете, у кого есть золото, у кого реально есть золото много, вы можете себе выбить много всего интересного. Вот прям очень много. 3 дня, розовая любовь, офигеть. Попытка. Еще одна у нас получается за 1000 золота. О-о-о-о-о-о-о! Поздравляем. Что поздравляем? Что мы выбили себе? Неужели это на постоянном, братва, не? Удар молнии. Офигеть. То есть получается, вы поняли, да, братишки, что за каждую попытку золото у нас увеличится размер. А что у нас получается? А, раз скинчик, два скинчик. Два скинчика можно выбить на постоянно. Два скинчика, все. А то я что-то смотрю, аук, и у нас получается урон и дальность. Офигеть, XM8, да, неплохо, неплохо. Кстати, тут скинчиков-то можно выбить все реально очень много. То есть получается, с каждым разом размер прокрута золота у нас увеличивается. Я считаю нормально, я реально считаю нормально. У многих, у кого есть золото, это можно выбить. Офигенно. Это реальная халява, у меня нет слов, просто нет слов, что разработчики дают возможность, у кого нет, скажем так, алмазов, крутить себе, да, и выбивать себе оружие, скинчики, вы можете себе выбить реально за золото. Я считаю, это реально самое топовое, что вообще есть. Реально бомбовое. Ну, я скажу так, спасибо, что нам дают реально такую халяву, что нам дают возможность выбивать себе много чего интересного и без доната. И также много вы что забираете вообще без ничего, просто выполняя какие-то челленджи. Я считаю это топово. Друзья мои, сегодня у нас еще выйдет топовый видеоролик вечером. Офигенный видеоролик. Вам очень сильно он понравится, я думаю. С вами был Дистри. Вот так вот у нас вышло событие бомбовое. Надеюсь, многие кто из вас уже себе повыбивал много чего интересного. Вот. Так что всех я вас люблю, всех обнял. Скоро к вам приду с новым видеороликом. Знаете, вы лучшие. Я вас всех люблю. Спасибо всем за поддержку. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и на соцсети. Всех. Всех я вас люблю, честно. Все, пока.